Приветствую всех гостей и подписчиков на моем канале. У меня в руках новый смартфон HomeTom HT17. И сегодня мы о нем поговорим. Это 5,5-дюймовый смартфон с довольно-таки бюджетной начинкой, но в нем установлен новый процессор MTK6737. Вот, в принципе, одна из таких главных фишек – это новый процессор в этом телефоне. Ну а теперь давайте поговорим немножко поподробнее о каждом из пунктов. По дизайну телефон вроде бы никого не копирует. Довольно-таки самобытный дизайн, все так простенько, но со вкусом. Телефон полностью пластиковый, у меня в руках золотая версия этого телефона, есть еще белая версия и, по-моему, синяя. Черной версии, по-моему, нету. На задней стороне находится динамик, сканер отпечатков пальцев, вспышка и камера на 8 мегапикселей с интерполяцией до 13 мегапикселей. На левой грани находится кнопка включения и качелька громкости. На правой грани нету ничего. Кстати, на гранях, заметьте, вот есть такая красивая гравировка в точечку. Она, по моему мнению, делает телефон немножко тоньше, чем он есть на самом деле. Кстати, телефон не такой уже и тонкий, как он казался мне на рендерах. На рендерах на сайте, когда я смотрел, то он выглядел намного тоньше. Так, продолжим. На верхней грани есть разъем для наушников 3.5 и разъем для зарядки. На нижней грани разговорный микрофон. На передней панели три сенсорные кнопки, которые не подсвечиваются. Разговорный динамик. Передняя камера на 2 мегапикселя с интерполяцией до 5 мегапикселей. Все различные датчики, и также здесь присутствует светодиодный индикатор. А теперь давайте его включим и перейдем к экрану. Это стоит сейчас яркость на полную, но экран не очень яркий. К сожалению, яркости телефону не хватает. Вот один из недостатков, это вот нехватка яркости этому телефону. Хоть тут и стоят такие вот не очень яркие цветные обои, но все-таки действительно телефону не хватает этой яркости. Я бы не сказал, что уж очень большие проблемы с яркостью, но хотелось бы, конечно, немного поярче. Мне кажется, я заметил, что вот эта проблема яркости практически у всех телефонов HomeTom встречается, потому что когда берешь другие телефоны в руки, вот там экраны намного сочнее. А тут экран такой, возможно, это сделано специально для того, чтобы глаза не уставали, я не знаю. Диагональ экрана, как я уже говорил, 5,5 дюймов. Разрешение экрана HD 1280 на 720 пикселей. Экран IPS, хоть и не самый лучший IPS, но все-таки IPS. Теперь давайте еще раз перейдем в галерею и посмотрим углы обзора. Отключим автоповорот и покрутим вот эти вот обои перед камерой. Вот такие вот углы обзора у этого телефона. Здесь просто отсвечивает окно у меня напротив. Поэтому может показаться, что цвет меняется. Но на самом деле цвет вроде бы не меняется. Может быть и меняется, но не так уж сильно, как это кажется сейчас на видео. Телефон я покупал по предзаказу за 49,99 на AliExpress. Ссылку на телефон я обязательно оставлю в описании под этим видео. Зайдем в настройки и посмотрим сведения о телефоне. Здесь установлена версия Android 6.0. Самая свежая версия, которая сейчас доступна для китайских телефонов. Кроме 6-го андроида, на телефоне установлен 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт памяти для хранения ваших данных. Также тут установлен 4-ядерный новый процессор MTK6737. Этот процессор действительно хороший, я уже его опробовал в играх. И вот Asphalt 8 на максимальных настройках графики идет практически без тормозов. Это я продемонстрирую чуть попозже, а сейчас перейдем к дальнейшим его характеристикам. Телефон, конечно же, на 2 сим-карты, поддерживает сети 2G, 3G и даже 4G. Есть разъем для расширения памяти при помощи microSD-карточек. Под крышкой имеется съемная батарея на 3000 мАч. Батареи действительно хватает на приличное время пользования. Возможно, кто-то заметил, что сейчас здесь стоит не оболочка от HomeTom на телефоне, а измененная оболочка. Я поставил сюда на время пользования этим телефоном оболочку Nova Launcher. Мне он более всего по душе, он удобный. Здесь есть кнопка меню, то есть кнопка всех программ. Я не люблю, когда все программы находятся на рабочем столе. А сейчас давайте перейдем к камере. Камера, как я уже сказал, основная на 8 мегапикселей с интерполяцией до 13 мегапикселей. И передняя камера с разрешением 2 мегапикселя с интерполяцией до 5 мегапикселей. Задняя камера делает очень даже неплохие
фотографии для этого ценового сегмента. Сейчас я вам быстро продемонстрирую, как же он ловит фокус и как быстро он фотографирует мелкий текст. Вот я взял вот такой вот билетик. Билетик с общественного нашего транспорта. Здесь на нем реклама. Вот я навожу, вот я фокусируюсь. Это была фокусировка со вспышкой. Давайте выключим вспышку. Нам она ни к чему. И еще раз сфокусируемся. Вот сделали фото. А теперь увеличиваем. Фото действительно делает очень хорошо, по крайней мере макро. С этим телефон справляется отлично. В конце этого ролика я, как всегда, продемонстрирую, как же снимает камера на этом HomeTom HT17. Я покажу примеры фото, снятого на этот телефон, покажу примеры видео, чтобы вы в итоге сами могли судить, какая же здесь камера хорошая или не очень установлена на этом телефончике. Единственное, о чем бы хотелось предупредить вас сразу, это то, что этот телефон почему-то снимает видео с максимальным разрешением всего 640 на 480 пикселей. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это только стандартная камера так снимает, но вот такой вот косяк я заметил. Теперь я хочу перейти к главной особенности смартфона HomeTom HT17. Это сканер отпечатка пальца. Вот он здесь установлен на задней панели. И сразу же скажу, что довольно-таки неплохой сканер. Сохранять я буду указательный палец левой руки. Приступим. Несколько раз. Телефон запомнил наш палец. Теперь телефон заблокировали и пробуем, тестируем этот сканер. Я убираю палец с кнопки выключения и включения и пытаюсь разблокировать вот своим указательным пальцем. Я прикладываю его, и телефон разблокировался. Повторим еще раз эту процедуру. Есть. 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 Опять получилось. И давайте последний раз контрольный. Получилось. Давайте попробуем, кстати, другой стороной этот же палец приложить. Телефон выключен. Прилаживаем. Вот так вот боком. Телефон разблокировался. Так что нету разницы, какой стороной приложить. Главное отпечатком и главное тем пальцем, который вы запрограммировали заранее. Еще мне, конечно же, интересно, сколько же касаний поддерживает этот аппарат. Возможно, он поддерживает всего 2 касания. Давайте проверим это на мультитач-тестере. Итак, мы запустили программу и ставим 2 пальца есть, 3 пальца есть, 4 есть, 5 есть. 6 уже нету. Как мы видим, HT17 поддерживает 5 касаний, и это плюс. Теперь просканируем наш HT17 новенький на Antutu бенчмарке. Итак, Antutu закончил тестировать наш телефон, и вот какие результаты он выдал. 26 477 баллов. И напоследок давайте проверим наш HT17 в Epic Citadel. Нажимаем бенчмарк и тестируем. Закончилось наше тестирование, и сейчас мы видим, что телефон в среднем выдает 23 FPS с разрешением 1280 на 720 пикселей. Я запустил игру Asphalt 8, и мне сходу телефон предложил играть на высоких настройках. Вот эти настройки, давайте я вам сейчас покажу, как же идет все-таки игра на этих высоких настройках на HT17. Немного будет подлагивать, так что не пугайтесь. Я просто хочу продемонстрировать вам, что все-таки очень даже реально играть на таких максимальных настройках на телефон, на таком бюджетном телефоне за 49,99. Средние настройки графики нету смысла показывать, потому что и так понятно, что будет идти игра идеально, так как на вот максималках практически не ощущается, что телефон подлагивает с этой игрой. Вот так вот идет игра Asphalt 8 на максимальных настройках графики на телефоне HomeTom HT17. Подводя итоги, хотелось бы сказать, что телефон у компании HomeTom вышел очень даже неплохой. Есть, конечно, минусы.
но есть и много плюсов у этого телефона, и давайте сейчас поговорим об этом поподробнее. Я начнем, как всегда, с минусов. Первый минус – это тихий звук. Мне показалось, что здесь звук действительно очень тихий, просто мне кажется, если я буду в другой комнате в шумной компании, я не услышу этот телефон. Второй минус – это тусклый экран. Действительно, яркости в телефоне этом не хватает, я бы немного добавил яркости, еще процентов бы, как минимум 30 бы сюда яркости я добавил. Честно говоря, как-то некомфортно после хороших экранов работать с этим экраном, потому что здесь вроде бы он и четкий, вроде и хорошее качество, но вот яркости и цвета телефону действительно не хватает. И третий такой, один из главных недостатков, это то, что телефон записывает видео всего лишь в разрешении 480p, то есть 640 на 480 пикселей. Возможно, это какой-то косяк самой прошивки, возможно, в других обновлениях это исправят. Кстати, телефон я не обновлял до последней версии прошивки, хотя она уже и прилетела сюда по воздуху, просто я почитал на форуме об этой новой прошивке и как-то побоялся ее ставить, потому что много негативных отзывов о ней. Некоторые программы начинают хуже работать с этой прошивкой, и я решил оставить эту же прошивку, которая была при распаковке, потому что она, в принципе, меня устраивает. Нету никаких глюков, нету никаких подтормаживаний телефона, телефон ведет себя адекватно. На этом про минусы мы закончим. Давайте перейдем к достоинствам телефона. Первый такой главный плюс – это сборка. Второй плюс – это то, что здесь установлен светодиодный индикатор. Так что если вам придет смс или вы пропустите чей-то звонок, то не включая экран, вы сможете увидеть, что какое-то извещение телефон вам хочет передать. Третий, один из главных плюсов – это сканер. И не просто сканер для галочки, а действительно хороший, качественный сканер, который предназначен для разблокировки телефона при помощи отпечатка вашего пальца. Один из самых главных плюсов – это новый процессор MTK6737. На нем действительно игры идут лучше, идут быстрее, загружается все быстрее. Пятый плюс – на телефоне установлена последняя версия Android, Android 6.0. Следующий плюс – это дизайн телефона. Хоть телефон и дешевый, но дизайнеры все-таки сделали из него, я бы сказал, конфетку, потому что он выглядит стильно, его не стыдно достать на публике и не стыдно удивить людей, которые не знакомы с китайской техникой, которые, увидев этот телефон, скорее всего спросят, что же это за телефон, где вы его купили и как бы им тоже такой телефончик прикупить. И последний плюс HomeTom HT17 – это поддержка 4G сетей. Телефон поддерживает LTE связь. На этом я про все главные достоинства и про все главные недостатки рассказал. Ссылку на покупку этого аппарата я оставлю в описании под этим видео. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Сейчас будут примеры фото и видео. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.